Ограбить за 10 секунд. В Нефтегорске произошло стремительное разбойное нападение на салон сотовой связи. Мужчина в маске, угрожая ножом, похитил 465 тысяч рублей. Причем уложился в рекордное время. Поймали грабителя тоже быстро, по горячим следам. Помогли камеры видеонаблюдения. Посмотрев записи, оперативники обнаружили, что ранее в тот же день прохожий мужчина заходил в салон и наблюдал за кассами. А потом, видимо, для отвода глаз купил сим-карту. Догадка оказалась верной. Подозреваемого задержали, а затем вышли на его товарища, у которого дома обнаружили спрятанные деньги. Полицейские изъяли деньги и вернули законному владельцу. По ходатайству следователей подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.